Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности совместно с ОНК и ОБЭП ОМВД России по Тверской области при содействии Главного управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД России пресечена деятельность крупной нарколаборатории. В одной из пригородных деревень оперативники задержали группу ранее судимых, которые занимались изготовлением амфетамина и мефедрона, а также сбытом поддельных денежных купюр. Готовый наркотик фасовали в частном доме и распространяли бесконтактным способом на территории Твери и Калининского района. Фальшивые деньги задержанные приобретали в Москве и легализовывали через магазины, не оборудованные детекторами подлинности банкнот. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли оборудование, химические вещества, посуду и упаковочный материал. Общий объем наркотических средств составил порядка 500 грамм. Сумма поддельных билетов Центрального банка России – 504 тысячи рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под стражу. Устанавливаются все пути распространения произведенных в лаборатории наркотиков – а также личности возможных соучастников преступления. В деревне Кошелево Конаковского района области автомобиль ВАЗ-2107 на скорости наехал на опору газовой трубы. От сильного удара пострадали пассажиры ВАЗа, подростки 16 и 17 лет. Признаков алкогольного опьянения у водителя ВАЗа не выявлено. Причина аварии выясняется.